Их можно и сломить. Господин Сакай, я тревожусь за нее. Дзюнсин, что происходит? Госпожа Масако кого-то ищет. Разгневалась, что я не смог помочь. Тебе нечего бояться. Я с ней поговорю. Спасибо, господин Сакай. И за то, что прогнали отсюда монголов. Теперь мы можем все восстановить. Им повезло, что у них есть ты. Береги себя. Шла к мосту. С ней были вооруженные мужчины. Благодарю. Можете идти. Они знают, кого вы ищете? Женщину из списка. Воровку. Я могу помочь. Я должна найти ее сама. Говорят, с ней были вооруженные люди. Наемники. Те, кто умеет убивать. Это может все усложнить. Мне нужна твоя помощь и еще молчание. Да, конечно. Крестьяне говорят, что они пошли к мосту сразу за домом, то есть туда. Что это за воровка? Ограбила дом Адати после нападения. Вынесла фамильные ценности, личные предметы. Хуже всего то, что раньше она служила у нас. 3 года назад мой муж поймал ее на краже. Он хотел ее высечь. Я сделала все, чтобы ее защитить, но ей пришлось уйти. Она будто дорога вам. Она была мне подругой. Ее предательство ранит сильнее прочих. Вот и она. С наемниками. Идемте. Только тихо. Я все продам. Просто немного попозже. Поздно. Он сам все продаст. А теперь веди нас к вещам. Я заплачу. Только не забирайте. У тебя нет денег. Есть гребень. Он золотой и с жемчугом. Это же был дар. Да, это можно продать. Нет, он нам голову снесет. Хватит. Показывай, где спрятала. Наемники не нужны нам живыми для допроса. Только она. Надо убить их всех. Так будет проще вернуть вам пропажу. Только не попадись, иначе ее не сдобровать. Идем. Здесь кто-то есть!
Сакай, назад. Как-то раз в чайную зашел монах из далеких стран. Ты нас выдашь! Сакай, назад. Демона. Как и все мы. Обернувшись демоном, девушка полетела в монастырь. Монах заметил ее и спрятался от колокола. Только девушка была умна. Она подожгла землю вокруг. Нас выдашь. Убить их, глупцы! Ты простой глупец! Дин, мне нужно поговорить с Май. Если что, я здесь. Ты украла ценности моей семьи для этих убийц. Как ты могла меня предать? Это не так. Вы меня предали. Прогнали меня. Я спасла тебя. Муж думал сечь тебя плетьми. Он узнал. Почему вы не ушли со мной? Я была госпожой клана Адати. А ты воровкой. Я еще люблю вас. Тогда скажи, кому ты служишь. Он убил мою семью. И меня убьет. Я не позволю тебя тронуть. Я отведу вас к вашим вещам. Мы знаем, что твой господин – некий самурай. Он не называл своего имени. Я ни разу его не видела. Он только передавал записки и знал о нас, госпожа. Откуда? Он не говорил. Но сказал, что знает, каково это любить вас, что понимает, как мне больно. Масаку? Май была и остается единственной. Он волновался за эти вещи,
Боялся, что они будут утрачены. Он хочет продать их. Эти вещи дороги только как память. Он много за них не выручит. Тогда, может, он и не собирался их продавать. И для него это тоже память. Он говорил об этих вещах так, будто они принадлежали ему. Эти реликвии принадлежат только моей семье. И из всей семьи осталась я одна. Вещи лежат в этих кустах. Дин, ты не мог бы все собрать? Я хочу попрощаться. Ты пыталась продать свой гребень на Йоне. Чтобы сохранить ваши фамильные вещи. Когда узнала, что вы живы, хотела все вернуть. Спасибо. Где Май? Ушла домой. Дзин, хочу, чтобы ты знал, я не... Вы не должны ничего объяснять. Я любила своего мужа, но и Май любила тоже. И до сих пор? Думаю, это навсегда. Тот, кого мы ищем, к вам неравнодушен. Кроме мужа и Майи, у меня никогда никого не было. Никаких тайных воздыхателей. Возможно, он притворялся, чтобы вызвать у людей сочувствие. Не знаю, кто бы на такое пошел. Мы продолжим поиски. Это только вопрос времени. У меня еще есть дела в Тойотаме. Зайди ко мне, когда сможешь. Святилище осквернили. Кто мог такое сделать? Убили и бросили гнить. С полным презрением к священным посланникам. Осквернено. Кто-то намеренно это сделал.
Все разрушено. Кто-то сильно постарался. Кто-то выплеснул свою ненависть. Знаешь, кто это сделал? Монголы. Наверное, их рук дело. Негьем Харсинка! Они убили столько лис, осквернили святое. Чомхарак дучвен! Ирьячингу! Битва! Дошу! Чомахаку! Больше они не тронут ни тебя, ни других божественных посланников. Пусть убитые обретут покой.